сейчас идет прям активный демонтаж в Челябинском цирке. Это демонтаж сидений зрительного зала, это мраморная облицовка, ну и во всех остальных помещениях. То есть для того, чтобы начать преобразовывать наш цирк, нужно сначала его очистить полностью. Особенно классным, мне кажется, это уже наша давнишняя мозоль больная такая, это, конечно же, зал. Это новые сиденья, комфортные, мягкие, где будет удобно деткам сидеть, их родителям, деткам разных возрастов. Потом меня, конечно, очень радует, это наш буфет, который вновь начнет функционировать, который у нас располагается в цоколе. Он тоже будет удобный, с удобными диванчиками, со столиками. Мы остановили деятельность свою, да, то есть мы не работаем, мы скучаем по зрителям, по коллективам, которые к нам приезжают. Но я думаю, что когда цирк откроется, будет здорово и для артистов, и для зрителей, и для нас.